тут замок, чтобы туда войти. Поэтому Симка у нас в дальней клетке бегает. Поэтому вот только так, да? А что у тебя язык торчит? Моя красавица! Какая красивая бочка, Марина! Поехали! Киару хотите выпустить? Да! Вот она, зайчик маленький. Уж она такая огромная. Маленькая моя, маленькая булочка мамина. Мамина булочка. Сладкая мамина булочка. Щеки вон уже, нос растаскивают. Нормальные щеки, скажи, красивые, достойные царицы. Красивая девочка. Вон там Киара в окне. То глазастик. Внимательно смотри. О, вот так. Ай, ты упал. Так смотрит, говорит, дурачок, что ли? Дурачок. Ну да. Ой, Эльца. Взгляд у нее, конечно. Взгляд очень. Не чижающий. Да, да. Но она его так смотрит, как дурак. Презрительно, да. Холоп пришел. Дурачок, говорит. Да, дочка? Мишки. Так, я проверю, что тут у тебя и как. Ну-ка, капельку раз. И где тут была моя арматурина волшебная? Уже тут стёр. Господи, вот арматурину нельзя без присмотра оставить. И моя булочка. Подожди, проколочка. Симка. Красная девочка. Сейчас. Так, и пришла. Чуть-чуть. Ой, красавица. Вон у нас два. Дикуша и сталь. И Умка. Мамина. Эльза не открывает. Сима открывает перегонку. Да? Сима. Такая, хоть. Ага, твоя курица. Не надо было откатывать ее. Дай. Так, все. Не балуйся. Забирай. Хватит собак ловить на курицу. Так, здесь.